да. Бернардо сказала, что ты хотела меня видеть. Садись. Фернандо. Фернандо. С тех пор, как мы вернулись, у нас не было времени поговорить. Но я много думала. И хотела сказать тебе, что сожалею о том, что так вела себя в Риме. Изабель, прошу тебя. Позволь, я продолжу. Я была несправедлива к тебе. Но у меня были на это причины. Изабель, не надо мне ничего объяснять. Выслушай меня, потому что я тоже должен тебе сказать нечто важное. Что? Я разговаривал с доктором Вилья. И он мне все рассказал, Изабель. Абсолютно все. Как? Доктор Вилья рассказал мне все о твоей болезни, Изабель. Милая, почему ты мне не сказала раньше? Почему? Я не знала, как. Любимая, как ты могла молчать все это время? Это так мучительно. Да. Это страшно. Видеть, как все тело покрывается пятнами. Это страшно. Изабель, доктор Вилья также заверил меня, что тот курс лечения, который ты прошла в Испании, поможет тебе выздороветь. Нет, нет. Я уже никогда не стану такой, как прежде. Изабель, прошу тебя, не надо. Ни у кого не бывает вечной молодости. Но никто и не стареет так быстро, как я. Ни у кого не выступают пятна по всему телу. Фернандо, я тебя понимаю. Возможно, я уже больше не нравлюсь тебе. Изабель, мы женаты уже 10 лет. И мои чувства к тебе не изменились от того, что ты не так молода и красива, как раньше. Прошло 10 лет, Изабель. Ведь я уже не тот, но мои чувства к тебе не изменились. Плохо же ты меня знаешь. Но ведь ты полюбил ту девушку, юную и красивую. О чем ты? Разве, когда мы познакомились в Лос-Анджелесе, я не была юной и красивой? Только вот годы, жизнь, она обошлась со мной очень сурово. Изабель, между той женщиной, молодой и красивой, и тобой, есть одно важное различие. Та, как ты говоришь, юная и красивая, хотела жить, Изабель. Так почему же сегодня нам так плохо? Потому что изменился твой характер. Потому что нашу жизнь вторглась ложь, которая отдаляет нас друг от друга день за днем. Я лгала тебе, потому что не хотела, чтобы ты узнала о моей болезни. Но это было ошибкой. Это ужасная болезнь, Фернандо. Фернандо, ты думаешь, мы сможем все вернуть?
вернуть? Да. Начать все заново. Но на этот раз без лжи. Ничего не скрывая. Можно попробовать. В любом случае, Сабель, можно попытаться.